бой, который заканчивается болевым приемом на руку. Что ж, ну а вечер, Selection 14, Вахжар продолжается. Матысаев Бекжан против Фарида Сатарова. В синем углу, весовая категория 70 кг, рост 176 сантиметров. Победитель WF Pro Fight 50. Профессиональный рекорд, 1 победа, 0 поражений, 0 ничьи. Мастер спорта по тайскому боксу. Команда Шумхар. Тренер Елена Шевченко. Уроженец Баткенской области. Лейлек. Встречаем. Матысаев Бекжан. И его соперник в красном углу. Боец весовой категории 70 кг, рост 170 сантиметров. Команда Федерация. Самиев Ильхам. Таджикистан. Встречаем. Сатаров Фариду. Матысаев Бекжан против Сатарова Фарида. Ученик Елены Шевченко. Кто не знает, это президент Федерации Муай-Тай, если я не ошибаюсь, в Кыргызстане, является мамой известной Валентины Шевченко, которая выступает в UFC. Вот, собственно, именно ее ученик Бекжан Матысаев сейчас противостоит таджикскому спортсмену. Матысаев является уроженцем Баткенской области. Насел сейчас Бекжан на своего оппонента, буквально к углу прижал, к тому самому синему своему, и продолжает работать. По достижениям таджикский боец смотрелся довольно грозно, но на протяжении этой минуты не показал почти ничего, хотя сейчас неплохой защитной позиции находится. Нельзя держать оппонента за одежду, запрещено правилами. Неплохой заход сзади. Вот здесь можно взять в удушение, но не стал даже пытаться. Бекжан решил просто добивать своего оппонента и бросает полотенце. Бросает полотенце у секунданты таджикского бойца. Ну и, собственно, вот так бой заканчивается. Ввиду отказа секунданта бойца красного угла, победа присуждается Матысаеву Бекжан! Да, довольно странно, секундант с красного угла отказывался, а полотенце полетело, если я не ошибаюсь, в угла синего. Ну, все понимали прекрасно, кто именно отказался. Ну, а здесь пошли памятные медали и сертификаты награждения, собственно, бойцов, участников этого боя. Поздравляем Матысаева с очередной победой. Желаем ему удачи в профессиональной карьере. И давайте уже переходить к следующему поединку. Рыскельды Садык Улу против Джавахира Мизожанова. Очередное кыргызско-узбекское противостояние в октагоне. А Вахжар действительно из-за рубежа больше всех приехало бойцов с Узбекистана. Садык Улу Рыскельды. Мизожанов Джавахир. Здесь памятные фотографии Бекжана Матысаева, видимо, со своими секундантами или друзьями. Поздравляем его с победой и переходим